Девочки домой пришли, я тут прибралась чуть-чуть. Захарки на ингаляции еще у нас есть дни. У нас тепло сегодня в Ставрополе, плюс 8. Один из блогеров, короче, он же массажист, плюс 19 показал. Да он охренел, где плюс 19? Всего лишь плюс 8. Врать не надо. Так, купила еще раз этот чай Куртис Алонг, который... Потому что на него акция... 55 рублей, и я люблю зеленый молочный улун. Так, это аптека. Это Захаркин Дед Мороз. Но Захарка Дед Мороз не получит, потому что он не хочет раздеваться, стоит и ноет. Поэтому никакого Дед Мороза ему не светит. А, мне еще надо спрятать, я ему подарок на Новый год купила. Это колбаска к чаю на завтрак. Мне нравится вот это домашнее, Каневски. Семечки погрызть, потому что мне я вся на нервах и успокоительное. Там какое-то зела, не знаю. Какие-то честно, были дешевенькие, смущают. Надо их съедать быстрее, если это вообще возможно их есть. Сардельки говяжьи на ужин. Вот эти мы уже скушали. Они обалденные, вот эти баварские сосиски. Вкусные, хорошие сосиски. Ну вот. Дальше вот у него подарок, его надо спрятать на Новый год. А это книжку Захар с аптеки взял. Вот такая. Пока он не видит. Я решила, сначала я хотела в коробке брать, а потом решила, здесь 800 грамм, больше, чем в коробках, потому что в коробках 500 грамм. Я взяла мешок. Все, мешок, побольше конфет. Захар любит сладкое. К сожалению... Мне кажется, все дети любят сладкое. Мне муж какой-то ноутбук принес с работы. Не открывала, потому что вчера поругались. Ну, точнее, я очень расстроилась. Нервная система у меня не в порядке. Я очень расстроилась. То есть, знаете, когда человек не оправдывает твоих каких-то надежд, или человек меняется, а ты сначала встречаешь другого человека. И тяжело, короче, как-то на душе. Сейчас, подожди, Антон. С наступающим, сынок. Это тебе подарок от родных и близких. Скажи спасибо, открывай. Положила, да? Открывайте. Кого? Мясо. Вообще ничего не трогаю. А там два пакетика было. Я утром лазил. Друзей. Они же звали тогда, но... А нельзя с родителями моими пойти в гости? Познакомиться. Приятного аппетита. Муж мне принес шашлык с курицей, свинину. Это я уже поколупала. Захар, одень иди носки, я прошу тебя. Давай. К педиатру собираемся. Потому что... О, сегодня ДНК. Обожаю. Потому что Захар так и кашляет. Или это остаточное, может быть, как-то не обращать на это внимания. Не знаю, сколько можно лечиться, уже столько химии употребляется. Что ты делаешь? Кепку одеваешь и варежки? Ну, не знаю, иди, не иди к педиатру. Мы с Захаром ездили к педиатру и новый препарат выписали в виде таблеток. Он еще в сиропе есть, но он, Захар, знаете, легче таблетки ему съесть, чем... Захарка набрал себе журналов, это магнит, аптека магнит. Я даже не знала, что у магнита теперь еще есть аптека. На. Так, что на полу уселся? Пить, пить, пить хочу, не могу. Воду купили. Далее, вот такое вот увидела на Нескафе Классик латте. Я если и пью кофе, то только латте. Это от шапки, у меня вот такой парфюм. Вот. А Захар думает, что это шоколадка, но это не шоколадка. Это вы пробовали? Ну вот написано латте. Попробуем. Такая здоровая, наверное, на, не знаю, на большую кружку. Высыпаешь, 150 миллилитров наливаешь. Наверное, этот нарисовано, что этим взболтать.
ложечкой, но шейкер для этих нужно делать, шейкер. У меня уже третий шампунь будет стоять в ванной от Шаума. Ну а что, если на них постоянно скидка, и я вот этот понюхала, облепишный. Блаженство. Очень вкусно, девочки. Попробуйте, кто любит ароматы в шампунях. Облепиховый заряд с экстрактом облепихи. Укрепление от корней до кончиков для тусклых и безжизненных волос. Но, да, мыло. Вообще, я в Магнит Косметик зашла, я же фанатка мыл. И когда меня спрашивают, Катя, что тебе подарить, всегда говорю, попадете в точку и бюджетно, и все, мыло. Я мечтаю о специальном ящичке в ванной, пусть будет, где будут у меня разные мыла лежать, кусковые именно. Кусковые мыла я люблю, но это самое бюджетное взяла. Честно скажу, мне аромат не нравится, просто надо было что-то брать, руки чем-то мыть надо. Брюса корм. Единственное, что здесь написано, с мясом и овощами, а он тащится от корма Фрискас, который для стерилизованных кошек. Но в магните маленьком, рядом с поликлиникой, не было. Я, короче, болтала, у меня память это. Но ноутбук мне муж принес, короче, поэтому мне нужно срочно чистить телефон, туда все кидать. Я говорила, что мы сейчас были у педиатра. У Захара кашель не прошел, хотя было два вида мощнейших ингаляций. Ну, с биродуалом, вы знаете, еще какой-то. Будем давать теперь таблетки. Так, потом мы с Захаром зашли в Магнит Косметик. В обычный магнит и Магнит Косметик. Сынок, не трогай, это лекарство. Я Ксюше взяла на Новый год, положу, добавлю в подарок вот такие вот резиночки. Fashion Care. Видно, что-то у меня отсвечивает. Отсвечивает, поэтому не будем тебе подарить. Я говорю, дарите мне. Вот попадете в точку и дешево, и сердито. Это мыло. Еще Ксюшина подарок на новогодний. Я добавлю вот этот глискур, так как я слышала, что у нее бывают волосы. Как оно называется? У меня то, что бывает у всех длинноволосых теток. Короче, путаются волосы, и я вот взяла ей. Пусть попробуют, может, им понравится. Себе, короче, я решила купить помаду на Новый год. Деваж взяла. Мазала на руку. Захар, давай сейчас будем таблетки принимать. Ой, не знаю. Я еще воспитательнице сказала, что этот... Мы на этой неделе придем, последняя неделя, предновогодняя. Потому что, ну, это Ксюша, сынок, нельзя. Но ножницы мне нужны. Но дело в том, что, по-моему, он кашляет, а она же не дает справку, педиатр. Я у нее спрашивала, она говорит, нет. То есть, если бы я пришла и сказала, что он не кашляет, соврала, то она бы справку дала. У меня номер, девочки, это номер 3607. Губы немного шелушатся. Написано «Деваш нельзя». Ну что, попробуем. Ну вот, наверное, пожалуй, вот эта мне помада и подходит. Ярко-красный – это вызывающий слишком оттенок. Коричневый, нюдовый, мне не все подходят. Ну, вот этот вот с розовизной пойдет нормально. Бабушка на кухне ее нашла, по-моему. Как она там училась, не знаю. Так. Вот это, проголок. О, вот это красивое. Как пирожное. Вот это цветное. Да, не каждое по-своему красивое. Веревку. Ой, не знаю. А ты на утреннике видела? Я все ждала, думала, хоть в конце будет там маленькой елочки. Обычно же все
Что-то как-то они... Садись под елочку. Он уже мешок свой забрал. Красивая елочка. У нас нету елки, да, Захарчик? Ой, какой шарик, да? Ой, какие шарики красивые. Ой, всякие. Красивый тоже. А вот мышка. Наружка. Снеговик. Не надо ее снимать. У нас только с мышками. И снеговик там, и вот это серый, это не мышка. Это мышки. Мышки-снеговик? Это мышки, да, все. На... Ну, не знаю, я когда снимала... На коньках причем. Вон того красного я снимала за место звезды макушки. Да. И это, я говорила, что снеговик. Нет, это год мышки, и они все здесь мышки нарисованы. Красивые какие. О, это кто, папа рисовал? Наверное. Папу сам себе? Повесь назад на елочку. Ну как ты ложишь? На веревочку надо вешать. Где веревочка, Захар? Не может положить. Давай. Ну так, чтобы ой не было, не надо было трогать. Неси стульчик сюда. Стульчик неси. Я что знаю, теперь неси, где она висела. Неси сюда стульчик, да. Мама помогает. Да, он, в принципе, легкий. Ну и что, вам на звезду надо или сосульку на елку? Туда надо. А сейчас что, деньги тратить? Не, это я просто спрашиваю. На следующий год? Не, елка шикарная вообще. Если бы этот стол не разбирать, то можно было прям на нее поставить в углу. А это стол разбирать. По скидке 1300 нашли. А что? Ну, конечно. А живую вы не любите, да? Живую мы видели, сосна продается 2000. Она осыпалась и каждый год. Кать, смотри, а то он там сейчас. Пипец, слышимость соседа. Вот играет музыка. Очень-очень слышно все. Зохан! Захар! Керосинная лампа работает. Зосик. Зосик. Зосик, опер. Лекарство. Господи, чего орать так? Батон. Бабушки с Ксюшей купили. Мама купила на елку. Пирожные. Елочные игрушки. Это помидорчики. Дальше. Яблоки вот это красные. Дальше. Тоже родителям. Так, это нам. Маслины. Так. Сыр. Так, еще один огурец и ананас. Тоже родителям угостим, да? Открыть? Так, девочки, вчера я ванну принимала. Вот с такой бомбочкой, гейзер для ванны, цитрусовый микс. Это... цитрус,
Состав: морская соль, сода, лимонная кислота, оливковое масло, отдушка, пищевой краситель. Очень много здесь масла, потому что у меня прям ноги были масляные все. Это я Захарке кидаю. Помазала, потом буду я принимать душ. Ну что, кидаем? Обожаю это дело. Она сыпется. Запах цитрусовый. Поехали. Зор. Положи ее. А? Классно? В работе. Это, кстати, второй календарик уже. Один куда-то я подевала, не помню куда. Видите, я вешаю календарь целый год, я вот так проставляю, как на работе в офисе, да? А сейчас вот то, что закончилось, получается, и оно вот спадает. Ну, короче, просто вам надо где-то достать в кладовке прищепку, но там кладовку надо прибирать, все, там уже не залезешь, знаете, срач. В общем, такие машинки, я не знаю, думаю, может быть, маме отнести с папой. Ксюша может себе повесить. Так, тут я еще такой подарок им. Захару картошку варю для аппликации. Ого, сервис-ключ. Ух ты, какой. Рюкзак большущий. И тут кепочка. Кепочка, кепочка. Ну, такая хорошая кепка, хорошего качества. Если инструмент, значит сервис-ключ. Ну, это такая вот мини-реклама. Там надо ее затянуть чуть-чуть. Люблю подарки, пипец, тем более день рождения было только у моего сына и у мужа. Мне ничего не перепадает в этом месяце, и поэтому я рада даже кепочке. Рюкзак вообще балдючий. Ну, понятно, что там не с какими-то ортопедическими там основаниями. Ой, опять в аптеку идем. Холодно у нас сегодня, минус один. Для нас это холодно. Для меня особенно. Да, Зос? Не могу я ему кашу вылечить, мы уже все, что мы не попробовали. У нас ярмарка второй день, сегодня воскресенье, вчера была суббота, она же обычно по субботам. Я хотела утку, но утка у меня была в плохом состоянии, она сама прям так и сказала, не буду врать. Я взяла домашнюю куру, блядь, даже у нее не спросила, насколько она вышла. Ну, то есть, по идее, я должна была посмотреть на весы. Ой, знаете, ребенок болеет, но она большая там. И я, короче, мне не до этого. Так мы ходили в дальнюю аптеку, такая у нас есть. Вот. Это тоже на ярмарке я взяла зелень, редиска. Редиска, два лука и кинза. Кинза совсем маленькая. Вот. Сок ты будешь пить? Захар практически не ест. Грушовый выбрал в аптеке. Сейчас я ему открою. Но для начала, ну сейчас, подождите. Ну вот из аптеки в нос альбуцид покапаю ему. Все опять идет к тому, что придется давать антибиотики, подышим и сюнтуками 17 для ингаляции. Эти бомбочки я прикольные, мне понравились. Одну Ксюше на подарок положу. Отлично, она обалденная. А Захарке тогда цитрусовый вариант. Так, вот это я Захару взяла. Это тебе подарок на Новый год, сыночек. Пребиотик, биопищеварение, витамишки. Просто знаю, это для Захара как игра. Ему очень нравится. Потому что мы уже принимали антибиотик, и, конечно, пищеварение нарушилось. И сейчас еще придется покупать новое. Покупать, принимать новое.
Так что вот такой состав. Диатин, линолин, главный пробиотик. Такой, знаете. На, бери, вот тебе подарок, это тебе. На. Ну, антибиотик тебе зачем? Ну, это мама себе взяла добавку свою. Дешевую, потому что все-таки я скептически отношусь. Во-первых, дозировка меньше в таких препаратах. И, соответственно, лучше, конечно, брать хорошие БАДы. Ну, где дозировка меньше 600 миллиграмм, например. Ну, как-то так. Это спирт. Деньги, как вода. Будем одну курицу, Захар, есть. А ты-то мясо вообще не ешь. Ой. Он вообще ничего не ест. Уже мне 2 дня рыгает. Ну, видно, у него раздражено там горло. Врач назначила опять антибиотик. А сейчас не хотела я его давать. Но я его вообще на праздники взяла как запасной, чтобы был, потому что будут выходные учреждения. И посоветовалась, пообщалась с фармацевтом. Она говорит, давайте, потому что если отхаркивание у него желтого цвета, то это уже бактериальное. Спасибо за пакет. Мама стирка, что Захар то блюет, то рсится. С писькой еще потом попозже расскажу, что у нас с писюном. Диагноз баланопостит. Все на меня навалилось. Конец года такой замечательный. Следующий год, какой он высокосный. Что он нам даст? Я боюсь вообще даже представить. А, хотя вот у меня было, но оно давно стоит на самом деле. Надо вот это открыть и выпустить. Хотя смотрите, как интересно, разные эти. Вот такая большая, но она выдохлась. Разные рисунки совсем. Для ингаляции. У меня всего 6 штук мыла. 7-е вот. Ну, вот это Захару я уберу, потому что это детское ему мыло нужно. И дегтярное, наверное, вот положу тоже. Дегтярное мы пользуемся, моем тело. Ну, можно руки мыть, можно тело. Или вот это Захарке положить. Ну, короче, и для рук скоро закончится. Короче, тяжело набрать, конечно. И так, конечно, я тоже, как девочки с Ютуба, с YouTube-каналов мыльных. Очень, конечно, я хочу много-много. Я обожаю кусковые мыла. А господи! А чё бежишь? Так ты сам меня позвал! А чё ты бежишь? А зачем ты меня позвал? А зачем ты меня позвал? Потому что они пустые. Деньгами давать надо. Шутка. Опять же календарик пришел. Там календарей куча, все можешь раздавать. Господи. Можно разыграть их. Юка автодеталь вот такая. Это так, что тут, 19-й год? 20-й хоть есть? Такой. С машинками. Какие-то пополоманные все. Вот. Хоть ручка появилась. Брюс. Иди раздевайся, Антон. Про мандарины сегодня смотрела. Таблетки в мандаринах находят. Ужас, теперь я их не знаю, как есть. Вот, помыла. Так. Еще пакетик. О, это Захару, наверное. Kinder Surprise. Или нет? У нас елки. У нас елки нету. Можно, конечно, оставить, чтобы была. Но это под такую игрушку елка должна быть большая. 75% с миндалем, горький шоколад, вдохновение. Такая вот фирма. Хороший шоколад. Еще киндер. Еще. Это, наверное, маме. Мне, Рафаэла. Спасибо большое. Ой, тут еще киндеры. Господи. Надо прятать. Я сейчас, наверное, их спрячу. Захару это под Новый год буду ложить. А вот эту дам. А вот эти спрячу. 3.
Мне мама, знаете, как делала? Когда я была ребенком, каждый день я вставала и под елкой что-то находила. Вот. Так, здесь тоже календарик. Твой любимый болгарский, который... который у нас висит, а у нас был такой. Захарами пользуется. Что это такое? Ага, в том году. Вот, маленький тоже настольный. Классный. Орион. Так, ручки. Давайте мне ручки. Вот. Ручки одну Ксюхе кину. В сумку подарочную. Так, и коробка конфет. Вот такая Линдор. Спасибо.